Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет интересный проект, который находится в разработке, но сейчас идет закрытый бета-тест, и я, получается, попал на него и записываю для вас обзор этой игры. Привет, сосед Альфа-1! Если даже кто-то из вас надумается написать типа КВМ, а зачем ты ее снял? Ведь в маркете есть уже привет, сосед на Android, и он оригинальный, но смотрите... Как бы на ПК есть и другие части «Привет, сосед». Это Альфа, Приальфа, Альфа 3, Альфа 4, Альфа 2, да? Я же правильно говорю? Так вот, это вот Альфа 1. Оригинальной игры на Android нету, но есть такие вот интересные порты. Один из них вот уже сейчас на экране у вас. Так, здесь, короче, коробочки, можно это все домой занести, можно кидать, взаимодействовать, можно полностью с предметами. Даже вот щиток можно открыть, смотрите. Так, сейчас разработка идет над соседом, над различными там багами, лагами. Делается, как бы знаете, полировка этой игры, чтобы потом уже к релизу все было четко. Ну вот, бета-тест, да, закрытый, и мы с вами просто посмотрим, что есть пока что здесь. А в дальнейшем уже и сосед будет, который будет бегать, и в общем получится типа оригинальная игра. Привет, сосед, Альфа-1 на Android. Машина наша страшная. Так, а здесь что? Ну ладно, это подбирать ничего не будем. Дом как дом, а теперь самое интересное, дом соседа. Его страшная машина 2. Здесь цветочки можно подобрать и разбить стекло, допустим. Это все у нас работает. Так, пробежимся чуть-чуть, посмотрим вообще, что за дом. Так, а потом уже будем заходить внутрь и исследовать, что есть. Там холодильник открывать. Что-нибудь еще с вами откроем. Так, двигаемся, 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 двигаемся. Так, вот вверх, вот вниз. Все, теперь заходим отсюда, открываем. Две дверки. Так, здравствуйте. Вот, допустим, фонарик могу этот взять, все бросить. Все у нас нормально взаимодействует. Так, яблоко кидаем. Ну, ладно, не будем кидать. Опа, ё-моё, думал, сосед уже пришел. А это, оказывается, просто манекен. Так, здесь у нас что? Это гараж. Газонокосилка. Что еще? Вот молоток могу взять. Короче, все, что есть, можно взять и без проблем взаимодействовать с нами. Так, здесь у нас такая вот секретная комната. Дверки все открываются. Что-то можете найти, что-то можете пропустить. Так, шкафчик откроем. Здесь он спит, сосед, которого еще нету. Но скоро придет, ребят, скоро придет. Если вам зайдет, это Альфа. Привет, сосед, на Android я могу снять Пре-Альфу. Тоже есть игрушка, которая находится в разработке. Сосед Пре-Альфа. А сейчас у вас на экране Альфа-1. А есть еще Пре-Альфа в разработке. Если что, могу заснять, если вы захотите этого. Так, открываем эту дверку. Мы уже с вами на каком-то этаже. Второй или третий. А, вот, все, мы дальше погнали. А, ну все. Ребят, на этом конец, потому что все, дальше уже как бы не разрабатывалось, я так понял, потому что все-таки как-никак это не релизная версия этой игры, это просто закрытый бета-тест, чтобы рассказать о проекте, показать, что есть, а чего нету, а когда уже будет релиз, все будет нормально, поэтому вот так вот, ссылочка на разработчика будет в описании, и это конец. Это привет, сосед Альфа-1 на Android, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока!